Дионом Мирупом, Владимиром Всеславовичем. Лайва с нами. Да. Для начала комментарий по игре, как сложилось. Плохо начали первый период, пропустили три гола, потом, как обычно, включились. Надо сначала, с первых минут, начинать играть, как мы играли два последних периода. Владимир Вакулин, официальный сайт КХЛ. Родион, не задумывались, почему матчи против Локомотива в последнее время слова-то не идут, не получается? Лично нет, не задумывался, но тренерский штаб подскажет, что-то мы делаем не так, раз проигрываем три матча подряд. Насколько я помню, в Уфе мы тоже там пропустили три гола, там четыре в первом периоде, и потом доигрывали матч. Вот, надо что-то менять. Вот. Денис Тепов, Грабзор.ру. Вы сейчас наигрываетесь в первом тайме вместе с Гранлундом, иногда там бывает Манинин. Вообще чувствуете, что это, наверное, самый пока серьезный шанс в вашей карьере в этом сезоне подходит? Да, конечно. Доверяют мне. Сейчас самое главное оправдать доверие. Большой шанс дают мне. Поэтому постараюсь воспользоваться. Ваша сделка с Торонто и обратная аренда была одной из самых таких громких трансферов. Расскажите вообще, как долго прорабатывали этот вариант, и был ли вариант, что вы сразу едете в Торонто? Ну, было много разных вариантов, вот, и мы решили, что вот этот вариант будет самый оптимальный, еще поиграть в родном клубе. Мне здесь очень нравится, поэтому с удовольствием здесь остался. Не было момента, что, может быть, психологически или физически не готовы к Северной Америке? Ну, так скажем, понимал, что надо еще остаться, да, поиграть, окрепнуть. Есть ли мысли какие-то в голове на льду, когда, ну, как бы выходишь играть за Салават, но понимаешь, что если ты хорошо сезон пройдешь, то, скорее всего, уедешь на следующий сезон туда? Таких мыслей нет сейчас. Главное, у меня это клуб, сезон, поэтому Кубок Гагарина. Я не думаю, что будет после сезона. В прошлом году третье звено было, немножко другая роль, да, роль менеджера, сейчас в первом звене. Больше такие, ну, техничные ребята выходят, вы разницу ощущаете? Да, в каждом звене надо играть, как от тебя требуют, но здесь, да, более такие мастеровитые, конечно, приятно с такими мастерами играть, надо соответствовать их уровню, стараться.